Знаю, что это было. У вас ожило все или нет? Окей. И дропы. Кошка Марвел больше DC. Ну, смотря какая. Там же у нее разные дизайны были. Хотя, впрочем, у черной кошки были разные дизайны. Там надо уже сравнивать, с какой именно. Дадут поиграть за черную кошку? Не дадут. Особенно из последних Бэтменов игровых. А, ну да, там она не очень. Так, он с ней встречался уже после разрыва с МДЖ, так что иметь фантазии. Короче, я не знаю, на каком месте оборвалось, но говорил, что возраст ей неизвестен, а поскольку есть сын, и если он от Паркера, то ему, наверное, уже много лет, а если ему уже много лет, то, возможно, черной кошке не было 18, а-за-за, ла-ла-ла, бла-бла-бла. Зачем тогда в DLC играем? Чтобы узнать о черной кошке что-нибудь. Ты узнала, где это хранилище? Нет, но мы скоро его найдем. И моего сына точно держат там. Раз уж зашла речь, у нас все еще не закончен разговор. Тебе этого не хватало? Чего? Чтобы в меня стреляли, пока ты что-то крадешь? Я пыталась исправиться. Нашла работу без взломов и грабежей. Даже стала бегать по выходным. Я хотел узнать, где ты. Тебе, наверное, было тяжело, особенно с ребенком. Чтобы найти его, надо копнуть глубже. Я хочу помочь. Если уж мы работаем сообща, то... Кое-что проще сделать одной. Кое-что. Я позвоню, если мне будет нужен кавалер. Да, у нее есть сын, и это черная кошка. Но чей сын, непонятно. Привет, Джей. Удалось что-то получить с ноутбука? Расшифровываю данные, скоро что-нибудь будет. Класс. А пока у нас появилась еще одна зацепка. Мы думаем, что Кувалда держит ее сына в хранилище, но не знаем, где оно находится. Когда я взломаю эти файлы, попробуем вместе сложить этот пазл. Только не ищи в этой фразе намека. Не, но ну, была это женщина-паук, у нее ее искусственно оплодотворили в комиксах. Так-то. Может, тут та же тема. Так, появилось свободное время. После разрыва? Посмотрим, что пару лет назад. Угу. А, после МДЖ. Все, понял. Мысль. Ну, там стык может быть. По возрасту. Это маловероятно. Но я понял мысль. Ну, слишком много но. Возможность подзаречь. Не, я не потерял. Простите, неотложное паучье дело. А почему должен был? Мать. Синдикат преступных семейств. Символ ушедшей эпохи. Дон Фортуна. Дон Цицеро. Ну, не знаю. И многие. И, конечно же, этот псих Кувалда с железной башкой. Я бы ей лет 22 дал. Что делает их не такими уж и плохими. В сравнении с Мэри Джейн она молодо выглядит. Этот кодекс мешает, они жрут его в чертях.
потому что преступник, он и есть преступник. Все они по умолчанию трусы, подонки и недоноски. Я практически в одиночку уложил всю Маджио на лопатки в 80-х и в начале 90-х. И если понадобится, могу сделать это снова. И меня не запугать. Хотите попробовать? Вы знаете, где меня найти. А наша передача подошла к концу. Джаред, бегом заводи машину. Нет, я твой босс. Вот ты и пойдешь. И не скули. Блин, мне Джамай напоминает этого... Из тусовщики из Универмага, где главный герой озабочен всем и спрашивает, тянется ли гениталии у мистера Фантастика, у Бен Грима каменные ли там и т.д. и т.п. Мальчик наверняка там. Спасибо, МДжей. Позвоню Фелиции. Звонишь в такой час? Зов плоти? И там был Ромео... Надеюсь, твоего сына. Путаю. Камео. Дэна Ли, он сказал, ваш друг слишком много об этом думает. Мне кажется, ему надо сходить к доктору. Или типа того. Ну и да, в какой-то вселенной, то ли что, у Пука была эта дочка, и она за место него геройствовала. Имеется в виду, что насколько профпригоден существо из фантастической четверки к продолжению рода, если у нее там все каменное, типа. А что я намекаю? Ни на что. Я просто вспомнил из сцены из фильма, где я был герой, который задавал подобные же вопросы, как и ты. Он причем был главным героем этого фильма. Джей была права. В таком месте они могут держать мальчика много дней, и никто об этом не узнает. Это здесь. Точно. Нельзя, чтобы нас заметили. Нужно уложить их всех. Как раньше. Блин, у нее такое чувство, как будто она сейчас толстая была по лицу. Из-за ракурса. Если они нас заметят, то убьют твоего сына. Надо действовать тихо. Черная кошка может помочь незаметно ликвидировать врагов, и текущая цель отмечена. Нажмите ОК. Отмечено врагов, чтобы запросить атаку черной кошки. Угу. Босс только что передал. Стреляйте во все, что шевелится. Кошка, голубей, во все. Блин. А вот этот? Пусть только сунутся к нам. Реально придется в стелс. Рано. В смысле рано? Давай! Да в смысле что? Нет, нас заметят. Кто? Кто-нибудь, прикройте! Кто? Кто? Как же тут много охраны. Он заметит, видимо. Нас увидят. Кто? Давай! Бить! Уничтожать, ну? Выводите врагов из группы, задействуйте отвлекающие объекты с помощью паутины. Во, наконец-то. Ага. Эй, посмотрите-ка там. Что это? Тут паутина! Глядите в оба! Ты что, красуешься? Наверное, это ветер.
Нет. Мы здесь долго просидим. Я, короче, ничего делать не буду. Пусть всех убивает кошка. Секунду. Как же тут много охраны. Будет нелегко. Эй, подмогу сюда. Доброй ночи. Отлично. Нужно чаще встречаться. Сделай же что-нибудь. Попробую иначе. Их нужно разделить. А вот этот... давай этого. Кто-нибудь, прикройте! Не твой день. Молодец. Ты нравишься мне таким, паучок. Рано. Пока не выходит. Отвлеки. Кинь что-нибудь. Терпение, паучок. Нет, нас заметят. Кто? Нужен убей. Я займусь. Убей их всех. Я и пальцем не пошевелю. Подожди. Погоди-ка. Этот? Какой? Давай. Отлично. Идем дальше. О, нет. Как? Ладно. Ну, это была неплохая попытка. Блин, и прогресс не сохраняется. Как же тут много охраны. Будет нелегко. Доброй ночи. Секунду. Тут паутина. Попробую иначе. Рано. А вот этот? Так, ну я где-то здесь налажал. Лови. Там что-то есть. Зря она это. Мне кажется. Терпение, паучок. Не твой день. Неплохо. Ай-яй-яй-яй. После 10 евро сохранится. Ну, норм, я почти у цели. Идем дальше. Дрожь, что в городе с пауком кошкой. Живем животными врагами. Охраняется. Да. Аж все смотрят под ноги Вендарин. Тебя что, не учили? Так, надеюсь, меня не заметят. Пока не выходит. А этот? Какой? Нужен другой ракурс. Что-нибудь сделай. Нас заметят. Что-нибудь, пожалуйста. Здорово. Нужно чаще встречаться. Погоди-ка. Осталось примерно 9. Как жизни? Нельзя облажаться. Секунду. Только скажи, паучок. Приляг. Отлично. Мы хорошая команда, да?
Ну, если учесть, что вырубает практически вся хана, попробую иначе, то и без меня она могла бы справиться. Думаю, я смогу разделить их. Подожди. Да ну я случайно. Спасибо. Молодец. За этим я и здесь. Так, у меня начались опять дропы. Вроде как. Осталось немного. Рано. Терпение, паучок. Блин, я боюсь залажать. Что мне делать в таком случае? Нас увидят. Глупый и предсказуемый. Что за... Нужен другой ракурс. Подожди. Их нужно разделить. Да тут нет объектов, которые бы я бы мог бы что-нибудь с ними сделать, ну... Терпение, паучок. Секунду. Двое их и двое нас. Сейчас будем вместе, что ли, синхронно вырубать их, нет? Попробую иначе. Нет, нас заметят. У меня идей нету. Нас увидят. А что? А, наверное, вот так вот. Брань какая-то. Надо там проверить. Ладно. Кошка полезнее паука. А, были трубы тут. Вот оно что. Все готовы. Хранилище может быть где угодно. Проверь грузовые контейнеры, а я посмотрю, он в том здании. Фелиция. Что? Мне жаль, что Кувалда так поступил. Ну что ж. Скоро он узнает, что разозлив кошку, получишь когтями. Проверю эти грузовые контейнеры. В Infamous была миссия с проверкой контейнеров. Там проституток, по-моему, привозили. Просто груда коробок. Продолжу искать. В некоторых контейнерах есть стройматериалы. Мальчика нет. Пианино? Это неожиданно. Но ребенка нет. Двинусь дальше. Продолжу искать. Давай все откроем. Ого. Соболь Интернешнл? Это еще что такое? О, Соболь поставляет Кувалде оружие? Интересно, что еще у него есть. Так, одним вопросом меньше. Человек-паук, стреляй! Вперед! Громилы Кувалды и оружие Соболя. Вот такого я точно не просил. Фелиция, ты где? Ушла. Ты
БТР Соболя. Откуда только берутся? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Как я ненавижу предметы паутины, и тягать это всегда плохо заканчивает. Но забыть об этом возможности, в принципе. Кстати, я забыл навыки качнуть. Ну бы и нет. Человек-паук, стреляй! Громилы кувалды и оружие Соболя. Вот такого я точно не просил. Фелиция, ты где? И нету синего маркера над головой, чтобы ваншотнуть их. А нет, есть. Ну вот сложно нажимать. Блин, я с ними не расправился. Тебе будет больно, сопляк. И на них не упадет, да? Да. И мои любимые враги. У меня тут еще есть. Пусти сюда, Игорь! Блин. Как они такие бесят. Человек-паук, стреляй! Громилы кувалды и оружие Соболя. Вот такого я точно не просил. Да, двойной KO. Ты где? Тебе привет от босса! Там, по-моему, пушку можно было это прифигачить, не? На машине. Ну да, можно. Вот так вот вам. Да, БТР. Я уж понял. Еще один БТР Соболя. Откуда только берутся? Так, отвали! Фелиция, ты цела? Ну я же не знал, что он стреляет. Я ж слепой, алло. Я думал, какой-то мужик меня стреляет. А это бы тут был БТР. Все,
сами напросили. Спокойной ночи. Вот так вот. А что бы мне дали за зачистку? А, да, я бы тогда бы понял, что БТР расстреляют. Так я их прошел, все миссии Соболя. Там БТРов не было. Вроде как. Там еще маркер был какой-то розовый, по-моему. Или это не те лагеря? БТР, гранатометы, пулеметы. Вы хоть что-нибудь Соболю оставили? Да ну что? В войне банк, или как там следующий DLC называется? Мне кажется, там вообще какое-то безумие будет. В плане этих пушек. Одну третью хп сняли, ёлки-палки. Ну ладно. Так, тут есть БТР? Есть БТР. БТР, гранатометы, пулеметы. Вы хоть что-нибудь Соболю оставили? Черт, надо разобраться с ними и найти. Вот, чуть не задело. Ты не подумал, куда лезть? А вы точно умеете пользоваться этим оружием? Не лагеря... понял. Да, точно. Они стреляют. Как-то не придавал этому значения. Я вспомнил. БТР, гранатометы, пулеметы. Вы хоть что-нибудь... У меня с ракетами тут капитальные проблемы, если что. Типа их можно словить и отразить, но мне вечно не получается это сделать. Надо разобраться с ними и найти Фелицию. А вы точно умеете пользоваться этим оружием? Все, все, я верю. Да как ты меня задел? Все, я тут буду сидеть. Ну и кто самый умный тут у нас? Ну и где мое добивание на треугольник? Так. Ха-ха-ха-ха. Блин. Черт. И что я сделал? Нет. О, я сейчас отъеду, да? Я хотел побегать вокруг книг. Чёртова мусорка. Ладно, поехали заново. БТР, гранатометы, пулеметы. Вы хоть что-нибудь Соболю оставили?
надо разобраться. Эти ракеты просто жесть. Я не пойму вообще, почему мне так много дамажит. Абсолютно все. Я хлипкий, как человек. ПТР, гранатометы, пулеметы. Вы хоть что-нибудь Соболю оставили? Внезапно. Надо разобраться с ними и найти Фелицию. Вот, чуть не задело. А вы точно умеете пользоваться этим оружием? Все, я верю. Что, меня только что задело? Да даже не в ракетах дело, а в обычных ударах тех же громил, там не знаю. Прочее. Обычный герой поживучий, ну. Кто обстрелял? Да нет, я не на того таргет навел. Ладно. О, мусорка помогла в итоге. На куски порву. Дави, гада! Завтра все будет болеть. Ладно, пора найти Фелицию. Слава богу. Она сказала, что отправится в это здание. Даже железный костюм не поможет против пули. Хранилище. Сейчас я хочу тут все смотреть. А, шахматы. О! Там, видимо, кувалда, да, кашлял? Фелиция! Ну-ка. Нет, ты что, серьезно? И тут бомба, да? Не говори мне, что ты меня дурила! Прости, милый. Без тебя такой куш было не сорвать. Так и знал. Все это из-за флешки кувалды. Нету сына никакого. Все богатство Маджи у меня в руках. Ты отдала кувалде поддельные флешки? Он на меня рассердится, да? Так похищение и твой сын, это все было вранье? Не. Вранье сильное слово. Давай скажем заблуждение. Поступи по совести. Отнеси флешки в полицию! Это мой заработок. Кувалда серьезно настроен, и его ничто не остановит. Вообще-то, я его даже притормозила. Тут всех перебили! В хранилище! Мне пора. Я выпью за тебя на Ривьере. Фелиция! Мех. Босс, мы тут. Эй. Флешки нет. Новый план. На этой флешке есть жучок. Найдите ее и убейте. А если она сунется в свое гнездышко, то у меня там наготове отряд, который взорвет ее к чертям. Так она, наверное, жучки сняла, не? Отлично же проверить было. Главное, прикончите ее. Ну ладно. Понял, мы ее найдем. И пойдем спасать. Если во флешке есть жучок, то у Фелиции проблемы.
Нужно ей позвонить. Лента. Господи, как много их появилось. А где я остановился? А, вот. Мнение. Новое. 7 прекрасных картин, посещение которых музей никогда бы не заметил. Так, я... Да. Так. Сиди Нью-Йорк, доставляю любую точку Манхэттена, абсолютно любую. Сердечко. Сердил. А, так, это что, Куба Чернокошка теперь вместе, что ли? Супер плачка за команду Паук-кошка. У меня кошка-паук. Теперь представляю себе кошку с лапами. Салата. Привет всем моим фолловерам-ботам. Я делаю это все. Делал запись как Чернокошка, Человеком-пауком, набирал Аган с Рамзаном в Черном Крыле. Круто видно встречную женщину. Девки силы. Кто-нибудь еще видел, как Человек-паук и Чернокошка строили гонки по рынку? По-моему, это Человек-паук ее преследовал, и он искрился. Я просто смотрю, как этот робо-паук. Я бы тоже за ним погонял. Ну ты свинь. Робо-паук. Да. Ходите в любую пиццерию. Как паук, воруйте наш новинку. Отброс. Типа от отброс? Или что? Идиот замечательной пиццы. Но название нужно подумать. Так. Наделали толпу громил. Подобно мой друг в полиции сказал, что... Когда он встречается с капитаном Ватанабе, это мне больше нравится. Да брось ты, брат, ты вроде того. Так, и нью-йоркины. Вы еще не были Нью-Йорк? Кто знает? Делать лучше пиццу к северу. Тейн-А. На добром. Я больше не пользуюсь подземку, то случайно центральный вокзал. Это не камни. Бомб под машиной. И там он был. По слухи, что быть парой, если сам. Это черная кошка в жизни, если он тут же секси. Кошечки. Я попробовал пиццу с арбузом, если честно, было вполне неплохо. Вот он написал. Вот. Это самый-самый парень. Прислить его, пока не сбежал. Так. На самом деле не люблю салаты, просто я ем. А то, если взять и выпить бутылку, посмотрим. Кто-то вломался в... Как вы же догадались в этом? Как по опыту, только фактом. Джона Джеймса. А, ну обычно в них... Сейчас у человека был черный... Ага. Окей. Забавная лента, забавная. Но в этот раз попалась. Где ты собирается тебя убить? На твоей флешке есть жучок. Не понимаю я тебя. Я обвела тебя вокруг пальца, как сопляка, а ты пытаешься меня спасти. Как у тебя выходит всегда быть таким добрым? Дело не в доброте. Я просто... А в своей красоте. Ты такая способная. Попробуй помочь кому-то, кроме самой себя. Ну да. Ты уже должен бы знать, что это не мой стиль. Люди меняются, Фелиция. Целую, паучок. Я буду скучать. Стой, твой пентхаус, они его заминировали! Не волнуйся. У меня все 9 жизней в запасе. Черт! Слушай, Фелиция, я понял. Подождем. Ну, давай, давай! Давай, я тороплюсь. Как могу, ну. Держись, Фелиция.
Это инсценировка смерти же, ну. Любас же. Продолжение DLC в другом DLC. Ну ладно. На самом интересном месте. Кстати, забавно, в DLC-шках 15 финалки там обычно в титрах писали, мол, команда Игнис, команда Промт, команда это. Интересно, здесь напишут команда Черной Кошки или типа того. Блин, на самом деле, зря скипнул титры в прошлый раз, потому что... Хотя, с другой стороны, я бы не запомнил. Мне кажется, что Джона Джеймсона в DLC озвучил другой человек, нежели в основной сюжетке. Потому что там на какой-то записи разнился голос сильно. Ну, типа, да, наверное. Сейчас посмотрим, что тут дальше будет. Я бы тоже покушать хотел, на самом деле. Я гляну, что есть. Перекушу и, наверное, потом Uncharted. Скипы? Ты не проходил DLC. Не надо тут. Ламинеги их скипать или там... Ну, хотя только кнопка пропустить. Видимо, как в основной сюжетке, мол, можно скипнуть и... Или не покажет. Или ничего не покажет. О, я могу мотать титры! А я могу назад? Тогда пойду потом конечно дочитаю. Заходи, если будешь. Окей. Хм. Мне кажется, раз они дают возможность скипнуть, значит надо скип. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. А если я в бок нажму, то что-нибудь будет? Не, ничего не будет. Жух. Я первый раз вижу такую фишу с титрами. Чтобы можно было замедлять либо ускорять. И чтобы так явно писали, что можно титры скипнуть, лол. Ага. На самом деле забавные DLC. Лучше, чем в 15 финалке. Так, а в какие DLC я еще играл вообще? А я обычно в DLC, кстати, и не играю, лол. Так что мне даже сравнивать не о чем. Да, подвох, подвох. Вы, кстати, рофлово, если все три DLC связаны. Хотя оно так и будет, полагаю. И в конце третьего DLC дадут жирные намеки Аки Веном какой-нибудь и... Еще что-нибудь. Это будет вообще клево, на самом деле. Да, на Карнаж намек, лол. Не, DLC клево. Мне понравилось. Что там было написано «Электро» все дела? Они типа титры под DLC не меняли? Потому что «Электро» здесь же не было. Ладно. Неизвестный абитур. Но я полагаю, что нет. Она же говорит, у меня 9 жизней, не беспокойтесь. Хотя предупредили, что там Пентхаус, он был это заминирован. Видимо, она как-то спаслась. Может, это была голограмма, я не знаю. Или робот. Я типа думал, не связано играл, потом смотрю первым про банды, что война. Что-то. Ну да, я тоже об этом подумал. Банда, типа.
А название третьего DLC, оно еще какое-то беспалевное. Какой-то серебряный луч, по-моему. Я вообще в душе не знаю, что это и к чему. Ну почему, Джема? Тетя Мэй умерла. Ну кошка, она не умрет так просто, господи. Это да, все-таки. Светило синим, это было недолго, но было. Светило синим, я этого не заметил. Хм. Ну тогда понятно. Там в любом случае объясняют, как она выжила для особо непонятливых. Тех, кто не особо хорошо видящий человек. Ибо обычно всегда все объясняют. Ну или она сломает. Возможно. Сентра. Да я шучу, Джама. Лол. Господи. Музыка, кстати, клевая у DLC в моментах с кошкой. Вот эта мелодия. Это просто байт на следующий. Ну да. Кстати, боссов не было. DLC. Видимо, мы с Кувалдой будем сражаться. В войне банд. И еще. Может, еще кого-то подвезут. Ну да, Ведьмаки я знаю. Так Ведьмак это РПГ, уходи. Это другое, другой жанр. И чё началось? Почему титры не перевели? О, в память Стива Дитка, который... держа ручку в своих руках, делать этот мир удивительным в этом роде. Ого. А тело так и не нашли? Нет. Думаешь, она жива? Нет, она, блин, развеялась на ветру. Все возможно, да, но... Ну... И каково тебе не быть папой? Нет, нет, серьезно. Честно, это... Это облегчение. Ну, у меня и так полно проблем. Да, да уж. Стоп, это намек, что Мэри Джейн беременна? Ну, отец из тебя выйдет отличный, по-моему. Не подкатывай, уходи отсюда. Думаю, да. Отец, не, ты страшный, уходи. Следующая компания Война Банд. Хорошо. Сейчас, может быть, нам еще кто-нибудь позвонит, как это было в прошлый раз. А, давайте я ленту прочту. А, дочитаю ее. А, тут вроде ничего не появилось. Это не чернокошка, мой кипер, так держать под... Это туалет, надеюсь, буду просвещать. Обычно... 74%, ничего себе. Серебряный луч. Тоболь типа.
Короче, если титр показывает, что можно скипнуть, надо скипнуть. Окей. Танка все равно покажет. Чё как? Йоу. Да, звучит как страйн, где надо будет защищать лагеря. У Минеги тут есть смысл ждать чего-то звонка или нет? Такой вопрос. Раз проходило. Хотя, мне кажется, мне бы уже позвонили. Вроде нет. Хорошо. Простите, простите. Я слышал гитару. Так, она играет в левом ухе. Кто играет на гитаре? Кто умеет не только как рели? Так, мне надо надеть второй наушник. Я должен... Так, теперь в правом ухе играет. О! Я прикрою, Человек-паук. Петь я не умею. Ла-ла-ла-ла-ла. А, костюм еще надо глянуть. Па-па-па. Капитан Британия, да. Как его там зовут? Ну, еще недоступен. Чтобы получить, выполните все задания в районе компании ограбления. Нет, спасибо. Совсем скоро. А как скоро это наступит? Они не говорили? Кстати, забавно, профайла Кувалды нету. Напомнил, где можно найти. Портал от меня жут. Кстати, а кто-нибудь наблюдал, растет ли количество подписчиков? Ну, вроде же тоже, 23 числа где-то. А, то есть оно каждый месяц, да, выходит? То есть 23 числа этого месяца или нет? Какая разница-то? Ну, если какая разница? У девушек возраст спрашивать нехорошо. Типа кошка, она такая. Загадочная. Я не знаю. Просто решили возраст неизвестно ставить. Ну-ка, есть еще у кого-нибудь знаки вопросики, интересно? Да.
Шестерка пенсионеров. Не, у остальных все известно. Внимание! Есть данные о подозрительном денежном обмене на крыше неподалеку. У нас происшествие в северном Мидтауне. $15.50. Потому что. Так, блять. Блин, надо не общую пройти. Блин, короче, Assassin's Creed, если что. Пройдем Black Flag и Синдикат на стрим, я полагаю. Второй Assassin's Creed я там прошел первую часть. Ну, вторую, третью. Будет, наверное, не клево просто так запихивать, потому что мало ли кто не знает сюжета. Блин, еще Kingdom of Hearts, ё-моё. Еще Dark Souls, еще Bloodborne. Ай, кошек 9 жизней, так что не сумею еще стоя плюс. Ну, это если она не будет в передряге влезать. Так. Ну, абитор он это в магазине ходил. В магазин ходил, точнее, за продуктами. Так что там твоего инвентаря не видел предложение. Блин, еще якудза, ё-моё. Ну, одни длинные игры, господи. Ладно, кину вам в Харс, если что, если я не успею их вообще начать, то пройдем на PlayStation 2 первую, вторую. DS-ку, если что, я, наверное, смогу попросить, там пройдем 358 делить на 2. Все равно я хочу в нее поиграть. Что тут еще? А, я пойду посмотрю еду. Сначала. Так что, ожидайте. Дигимоны Луминеги будут после Uncharted, я полагаю. Единственное, я хочу еще проверить. Ну, поскольку я пытаюсь 4 битрейта, возможно, из-за этого дроп происходит иногда. Поэтому в какой-то из дней надо что-нибудь поиграть на SNES, на NES. Может, Dragon Quest 2 в ближайшем будущем будет. Но в плане вот этих экшен-игр надо от них отдохнуть, поэтому Uncharted это, считаю, гвоздь в гроб последний. Вот. Так что. Дигимоны на PlayStation 4 будут после Uncharted. То есть это примерно сегодня-завтра. А после Дигимонов я даже и не знаю, что за. Блин, еще Devil May Cry надо с первого по третий пройти на плойке. Ой, ну и говно. Так, короче, план следующий. Поскольку еды у меня нету, мне ее надо приготовить. Готовить я буду долго. Кушать я буду долго. Поэтому. Что мне надо одно дело сделать будет. Предлагаю поступить следующим образом. Сейчас разойдемся и примерно через часика три... Приблизительно я заведу Uncharted и уйдем в ночь. И где-то там я закончу. Потом я посплю и продолжим Uncharted. Наверное, как-то так. Вот. Потому что вчера я изголодался, пока мы проходили. Человек-паука. Собственно,
Да. Всем удачи. И до встречи, я полагаю. Если еды нету и готовить ее нечего, значит надо играть с Дигимоном. Что мне думать о голоде? Да там небось Дигимонов надо кормить. Нет, в смысле продукты есть, а о каком из скоражралки, грубо говоря, ничего такого нету, к сожалению. Вот, ладно, пойду я. Всем удачи.